И начнем выпуск с новостей Олимпиады в Токио. Еще одно золото в копилке нашей сборной. Дагестанский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев стал двукратным чемпионом Олимпийских игр. В финале весовой категории до 97 килограммов россиянин победил олимпийского чемпиона, американца Кайла Снайдера. Ну а Гаджимурат Рашидов – бронзовый призер Олимпийских игр. Как дагестанцы болели за наших спортсменов, в сюжете Гаджимурата Зиудинова. Последний финал Олимпиады среди борцов вольного стиля между Абдулрашидом Садулаевым и американцем Кайлом Снайдером. Это главная вывеска олимпийского турнира борцов-вольников. К двум золотым медалям российской сборной нужна была третья, чтобы опередить американцев в командном зачете. Интрига финального поединка в весе до 97 килограммов Садулаев-Снайдер заключалась в том, что победитель выводил свою сборную в лидеры олимпийского турнира борцов-вольников в общем зачете. Золотая медаль российской сборной была крайне важна. К радости дагестанских болельщиков, которые поддерживали Садулаева в одном из ресторанов Махачкалы, капитан российской сборной начал схватку уверенно и с присущей ему хладнокровностью. Выиграв первую трехминутку, русский танк не дал усомниться в своей победе и во втором периоде. Итоговый счет встречи 6-3 в пользу дагестанца. Теперь Садулаев двукратный чемпион Олимпийских игр. Мы все команды 5 лет на этом олимпийском сезоне готовились и бомбили 5 лет все подряд. И думали, что-то не так будет. И сегодня у нас 2 золота за сборную России. Одна бронза именно у Дагестана. Не считая за другие страны, ребята. Это просто неописуемо. У меня сейчас столько бурных эмоций внутри. Очень рады. Хвала Аллаху, что 3 медали. Дай Аллах, чтобы было в следующий раз 6 медалей. Все золотые. И наш Кадимага тоже очень обрадовал. За борцовским финалом чемпиона на Олимпиаде в Токио следили близкие и родственники в родительском доме Абдулрашида Садулаева. Поддерживали как могли, однако в победе и в его второй олимпийской медали были уверены на все 100. Опыт у него есть, у обоих есть. Оба чемпиона, олимпийские чемпионы. Равные шансы были. Как победили? Мы бесплатно. Все 3 дагестанских борцов в составе российской сборной завоевали медали Олимпиады в Токио. Кроме Абдулрашида Садулаева, золото также в активе Заура Угуева в весе до 57 килограммов. Бронза в весе до 65 килограмм досталась Гаджимураду Рашидову. Среди дагестанских легионеров в составе сборной Белоруссии порадовал Магомед Хабиб Кадимагомедов. У него серебряная медаль в весе до 74 килограмм. Гаджимурад Зиудинов, Махарбек Амариев, Рамазан Амаров. Время новостей.